Так, данный ролик будет коротким. Я его записываю только, чтобы показать вам, как я отправляю сообщение на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Заявление опубликую отдельно, вы его сможете почитать. Ну, а в данный момент вот мои координаты, значит, и само заявление. Это уже концовка. Достаточно суровая концовка. Ну, в общем, вот факт подтверждения того, что запрос мной президенту в момент проведения им прямой линии общения с жителями Российской Федерации я сегодня отправил. Время сейчас, ну, я как бы до последнего тянул, не сомневался, стоит писать, не стоит, как бы я понимал, что кое-чем рискую, но все-таки я решил отправить данное заявление, и о чем вас и ставлю в известность, ну и президента страны в том числе. Спасибо всем за внимание. Опа, еще и не все поля заполнены. Так, тема заполнена, все заполнено. А что не заполнено тогда? Ага, вот это, наверное. Ну, конечно. Ну вот, вы видите, спасибо за ваш вопрос, он будет передан Владимиру Путину. Надеюсь получить ответ. Ну, адрес мой, Владимир Владимирович, наверное, как сотрудник КГБ в предыдущие годы, наверное, сможет сам найти. Это уже как бы дело его чести и совести. Спасибо всем, спасибо Владимиру Владимировичу Путину за наши счастливые или несчастные. Чуть не сказал детство. Ну, что-то мы засиделись в этом детстве. Пора уже становиться взрослыми. О чем я всем и как бы предлагаю задуматься.